Вопросы. Хезер, спроси, пожалуйста, Лизу. Хорошо. Лиза, у тебя есть привычка пить кофе утром каждый день? Да, у меня есть привычка пить кофе каждый день утром. Лиза, спроси Диану. Диана, у тебя есть привычка готовить торты? Обычно я готовлю торту. Торты. Торты. Дженнифер, у тебя есть привычка заниматься спортом? Нет, нет. Нет, у меня нет привычки заниматься спортом. Хорошо. Дженнифер, спроси Хезер, пожалуйста. У тебя привычка убирать квартиру? Хорошо. Я ненавижу убирать квартиру. Но мне приходится это делать. Да? А приходится, то есть я не хочу, но это как have to, must, да? Да. Но мне приходится, сейчас я напишу вам, приходится это делать. Но мне приходится это делать. Окей. Дженнифер, я можно сказать, я ненавижу убирать квартиру? Okay. Да, я ненавижу убирать квартиру, но а кто, кто убирает квартиру? Обычно я спрошу моему сыну. Обычно я прошу моего сына убирать квартиру. Ага. Я заплачу. Ага, imperfect. Я плачу ему деньги.